Смотрите, внутри этой части тела выгораживаются пещеры. Такие пещеры вот здесь, в конечностях, есть или нет? Нет. Стенки тела, а вот эта часть будет называться стенка тела. Вот представьте себе пещеру, обычную пещеру, да? Вы в нее вошли. У этой пещеры стенки есть? Что является стенкой пещеры? Скала, вся скала целиком. Так что стенки полости могут быть очень толстые, очень развитые, да? Очень сложно построенные, но это все равно стенка тела. Вот, стенка тела. А теперь, вот это внутренняя полость, внутренняя пещера. Ее завалили, прошел обвал, и вот теперь можно войти в эту пещеру с улицы или нельзя? Нет, нельзя. А провести туннель сквозь этот завал, сквозь пещеру и выйти с противоположного конца. Туннель пробить можно? Да. Такой туннель проходит, вот он. Как мы назовем этот туннель? Пищеварительная система. Но длина этого туннеля, допустим, у человека, покажется до смешного большого. Вот высота тела. Вот она. Да? Но дело в том, что для того, чтобы нормально переварить пищу, необходимо этот туннель разбить на участки совершенно разными задачами. Во-первых, вот сюда поставлен такой расширенный участок. Это будет просто склад. Вы же не каждую минуту жуете что-то новенькое. Не каждую минуту жуете. А ваша, клетка вашего тела каждую минуту, каждую секунду питательные вещества нужны. А это значит, процесс получения питательных веществ останавливать нельзя ни на секунду. Поэтому, сев за стол, вы сразу набрасываете вот сюда про запас большое количество питательных продуктов. Как будет называться этот склад, стенки которого умеют хорошо растягиваться? Это и желудок. Кстати, переваривания здесь почти не происходит. Пищеварение – это далеко не главная задача желудка, и уж тем более всасывания. Желудок – это прежде всего орган-накопитель. Раз. И во-вторых, стенки желудка имеют мощную мускулатуру и умеют силой сокращаться. Вот представьте себе, я взял так на ладошку, положил котлету. Потом накрыл ее так второй рукой. Теперь у меня котлет в пещере. Так, и стал делать вот такие движения. Через минуту что будет с котлетой? Но мало того, что сплющится, она будет перетерта в фарш. Стенки желудка сокращаются очень мощно. Соответственно, то, что вы нехорошо проживали челюстями, будет дополнительно перетерто за счет сокращения стенок желудка. Классно получили. Но дело в том, что дальше надо 7 метров трубы. 7 метров – это очень много. А вот это расстояние чуть больше полуметра. Вопрос, как вам укладывать трубу? Петлями, разумеется. Конструкция как была, так и осталась. Это туннель, идущий сквозь тело. Просто этот участок туннеля сделали вот таким извилистым. Это кишечник. Вот здесь будут происходить основные процессы переваривания пищи и всасывания полученных веществ в кровь. Классно получили. А это отверстие для удаления непереваренных отходов. Вот эти вещества когда-нибудь были в вашем теле? Нет. Это отходы пищеварения, а уж никак не выделения. Хорошо. Теперь, что здесь еще находится? А на самом деле, примерно треть миллиарда лет назад, не миллионы, миллиарды лет назад, у предков позвоночных произошла следующая история. Вот так от глотки отделяются два пузыря. Да, которые тоже попадают вот в эту пещеру. Кто догадался, что это за пузырь? Дыхательная система у всех позвоночных – это производная пищеварительная система. На самом деле это карманы, которые в эмбриогенезе отходят от глотки назад. Вот это. Хорошо, получили. Теперь, что здесь еще? Вот эти клетки, клетки всех органов, стенки тела, да и не только стенки тела. Каждая из этих клеток в энергии нуждается? Да. Нуждается. А для этого сжигают топливо.
которая принесла кровь. Для этого сжигания используется кислород. А выхлопные газы при таком сжигании происходят? Да, конечно. Хорошо. Выхлопные газы, которые образуются в ходе энергообмена любой клетки, это вещества полезные для организма или токсичные? Хорошо, значит, получается, что в любом участке тела, в глубине, да, у нас постоянно происходят яды. Это не те яды, которые мы съели, да, а это нормальный результат жизнедеятельности каждой клетки. Что произойдет, если организм не выбрасывает эти яды на улицу? Он себя отравит. Дайте предложение, как будем очищать тело от тех ядов, которые произошли в самом теле. Что чистить будем? Кровь. Кровь, конечно. Кровь – это главный транспортер, который доносит вещества из одной части тела в другую. Значит, на крупные кровеносные сосуды ставим фильтры очистки, только эти фильтры здоровые. Поэтому ставятся они не в стенку тела, а вот здесь, в пещере. Как вот называются такие бочки? Итак, бочки провели очистку крови, сохранили в плазме крови все питательные и сигнальные вещества, а все отходы в концентрированном виде собрали. Так. А теперь вопрос. Можно этот выход сразу во внешнюю среду вывести или лучше этого не делать? Из почек. А почему? Вот у рыб, допустим, он так и идет, прямо из почек на улицу. А у наземных опасность возникает. Да. Так как, соответственно, нужно ли вообще оттуда это выбрать? А зачем? Чтобы можно было задерживать процесс выделения. Зачем это надо? Ага, вот опять же, городскому детенышу такие мысли и в голову не придут. Ну, потому что все, что связано с мочеиспусканием, это, во-первых, стыдно, а во-вторых, совершенно не важно. Да? Ребята, нет у нас в теле ни одного стыдного органа. Это люди бывают какие-то неприличные, там, стыдные и так далее. Тело не может быть неприличным. Тело может быть совершенным, здоровым, больным, там, каким угодно. Кроме одного, тело не бывает неприличным. Прошу вас. Если у Да, разумеется, смотрите, идет заяц, у которого нет мочевого пузыря. А это значит, по капельке постоянно продукты обмена капают на улицу. Ребята, это идеальная подсказка для волка, где искать зайца. Понятно, что он оставил за собой запаховую дорожку. После этого хоть как-нибудь скрыться от хищника можно или нет? Нереально. Абсолютно нереально. Поэтому наземные... Вот в воде это не страшно. Почему? А за счет диффузии все эти молекулы разойдутся в разные стороны равномерно. На воздухе, в наземно-воздушной среде обитания, такого не выйдет. Прометили запаховую дорожку и все. Навели на себя всех возможных хищников. Поэтому что делаем? Орган-накопитель ставим. И время от времени в строго определенном месте сбрасываем накопившиеся отходы на улицу. Кстати, зачем это можно использовать? Уже по делу. От хищников мы вроде как уклонились. Да, прошу вас. Конечно, иметь территорию. Это сигнал для представителей своего вида. Вот граница моей территории. Да? А важно или не важно для животных уметь разбираться вот в таких знаках? Разумеется, еще. Это одна из важнейших вещей. Хорошо. А теперь все вот эти органы, на самом деле здесь же расположено сердце, здесь же расположены половые органы, должен вас разочаровать. Половые органы это не то, что торчит наружу вот здесь. А половые органы внутри тела. И главная задача – это создание особых половых клеток, которые необходимы для размножения. А то, что торчит наружу, это половые придатки или внешние половые органы. Сами по себе они совершенно бессмысленны, если нет половых желез.
если половых клеток не происходит. А вот половые железы как раз здесь. Классно. Так вот, для любителей точных терминов, вот эта пещера, где находятся все основные органы, называется целом. Ударение на ом. Или есть русское название вторичное полустело. Можно ли с улицы вот так пройти вторичное полустело? Нет. Ни одной точки. Конечно, герметично. И не дай бог, что не пройдет. Догадайтесь, у вот этого эпителия, который выстилает стенки пещеры, защитные свойства есть или нет? Есть. Ну а чего же он, интересно, будет защищаться? Как туда можно попасть? Через рот? Ничего подобного. Если у вас нет язвы желудка, или если вам не распороли живот, попасть туда нельзя, еще раз. Вот тело. Вот стенка целома, вот она. Целом я штрихую. Вопрос. Можно ли с улицы попасть в ту точку, где я ставлю крестик? Нет. Нельзя. Целом совершенно замкнут. Сквозь него проходит пищеварительная система. А вот попасть в сам целом нельзя абсолютно. Поэтому стенки целома, эпителий целома, защитных свойств почти не имеет. Ну, на самом деле, это, конечно, преувеличение. Защита нас везде ставит. Вот. Но с другими эпителиями даже сравнить нельзя. Хорошо. А вот теперь после этого можно возвращаться к проблеме хвоста. Мы с вами нарушители, об этом мы через неделю будем говорить. Следующая лекция будет посвящена человеку. Главное нарушение произошло примерно 5 миллионов лет назад, когда наши предки реализовали исключительно редкий вариант развития. Потому что до этого 300 миллионов лет, почти треть миллиарда, естественный отбор отлаживал вот такую конструкцию наземного зверя. Как второе название наземных зверей? Четвероногие. Четвероногие, или по латыни тетрапод. Вот эта конструкция имеет возраст 3 миллиарда лет, и она отобрана, вот разные ее варианты, до малейших деталей. Характерная особенность – это конструкция. Четыре точки опоры, разнесенные вот так, двумя парами. Об эти две пары все вторую половину лекции будем с вами говорить. Передние и задние конечности. Так, которые связаны с вот такой продольной балкой. Самая главная опора во всех телах. Это что такое? Позвоночник. В передней части позвоночника крепится череп, основа скелета головы с мозговой капсулой. На черепе гнезда подобраны чувств. Черепу подвешена подвижная нижняя челюсть. Здесь под пищеварительной системой. Хорошо. А дальше? Вот он целом. Вот здесь штрихуем. Находятся внутренние органы. Хорошо. А дальше? А дальше тело продолжается. Так скажите, здесь целом есть или нет? Нет. Отлично. Как мы назовем ту часть тела, где есть целом? Вот она, это та часть тела, где есть целом. Ту часть тела, где нет целома спереди, и ту часть тела, где нет целома сзади. Итак, вот это что? Голова. Голова, вот это что? Туловище, а вот это что? Хвост. Хвост, отлично. А как, не вскрывая зверя, не делая ему рентген, а просто снаружи понять, где кончилось туловище, а начался хвост? Вот, допустим, но здесь-то более-менее понятно. А я сейчас нарисую, он у меня вертел цирюльку, да? Давайте от цирюльки перейдем к реальным живым существам, рыба. Вопрос. Где у рыбы граница головы и туловища? Где граница хвоста и туловища? Кто может подойти к доске, нарисовать и заодно сказать, какие ориентиры будете использовать? Почему я буду делать ловушки?
почему? Это граница между чем и чем? Это граница между головой и туловищем. Правильно. То есть вы считаете, что вот это все главное? Да, конечно. То, что ты еще имеется жабра. А жабра это у нас вот это камень. У нас тут еще имеется это отверстие. То есть границы вы по спинному плотнику проводите. Сразу видно, что рыбу вы ни разу не готовили. И на рыбалке не были. Если вы рыбу разрезали по спинному плотнику, вы попали во внутреннюю полость, то есть, грубо говоря, кишечник вы разрезали или нет? А это значит, вы уже в середине целома. Передняя граница где-то в другом месте. Прошу вас. О, другое дело, попали. Значит, последняя жеперная щель. Вот это да, все, что перед ней, голова. Все, что за ней, туловище. В чем дело? А там внутри тела, по этой границе, будет находиться передняя стенка целого. Хорошо, поехали. А теперь граница между туловищем и хвостом. А почему именно здесь провели? Ориентир какой-нибудь? Ребят, вот если разобрались с прошлой темой, то ориентир очевидный. Вот вы все время пытаетесь по плотникам ориентироваться, а не по плотникам надо. Вопрос, не разрезая тело и не делая рентгена. Разобраться, где, что там с позвоночником, снаружи нельзя. Надо использовать какой-то ориентир, который снаружи понятен. Тело сужается. Так тело может сужаться у разных видов, совершенно в разных местах. Сужение тела, общая форма тела не поможет. Прошу вас. Давайте. Мажите, ребят, мажите. Еще раз я говорю, туловище – это та часть тела, где есть полость с внутренними органами. Какое отношение диаметр имеет к наличию или отсутствию полости? Ни малейшего. Прошу вас. Ура! Обратите внимание, в самом конце полости, вот здесь, у вас выход из пищеварительной системы. Так? Дальше может ли продолжаться пищеварительная система? Нет. А все, пещера кончилась. В самом конце выход из пищеварительной. Значит, граница между туловищем и хвостом проводится по какому внешнему ориентиру? Анальное отверстие. В биологии хвост определяется как постанальный участок тела. То, что находится за анальным отверстием. Потому что за ним, очевидно, целома нет. И в хвосте, так же, как и в боковой конечности, только какие органы? Кость, нервы. Кость, мышцы. Скелет, мышцы и кровеносные сосуды. А что-нибудь еще там есть? Ящерица. Ничего, ни одного другого органа.